душа» под руководством Валентины Анатольевны Силич 20 августа исполнилось 18 лет. Валентина Анатольевна посвятила всю свою жизнь спасению бездомных животных. И только она, благодаря своему жесткому характеру и любви к животным, могла приехать в Подмосковье, в чистое поле и построить целый город для бездомных животных. Нет, для спасенных животных. Сегодня приют «Лохматая душа» – самый большой частный приют в России. В нем более 2000 животных. Каждого из вас есть доля участия в спасении бездомных животных. И поэтому это наш общий праздник. Итак, отметим день рождения лохматой души радостными приветами из дома. И, конечно, ждем от вас, как всегда, подарки собачьим кормом.
Арчи, вкусный перчик, да, Арчи? Пожиратель перцев, Арчибальд. Какие вкусные перчики.